Всем большой привет! Наконец-то наступил тот день, когда я пойду в парикмахерскую. В этот раз я так долго ждала, целых 3 месяца. Так что неужели этот день настал? Я даже так запечатлю себя сейчас, да, а потом раз так резко и другая. Хочу вообще вот это вот опять все состричь. Я даже вот не представляю, у меня, представляете, такой темный волос, оказывается, я уже забыла, как он выглядит. Сзади мой, вот, да, я на пол головы делаю всегда эти эмилирования, да. Впереди уже, где седой, стараюсь не трогать, потому что уже все равно седой, как мне мой парикмахер говорит, у тебя хорошая седина. Ну, потому что есть, говорит, желтые там какие-то, что пигмент плохо берется, да, потом. Или как он там называется, короче. Я в этом, как говорится, не шарю. Поэтому, ну и вот, короче, буду подстригать. Не знаю, прям челку делать, не делать, не, наверное, не буду, потому что, когда, если еще блон только покрасишься, и еще и челка, если, то что-то как-то... Лучше я ее оставлю. Ну, немножко она мне, конечно, кончики здесь постригет, потому что уже все равно как сечены целых 3 месяца. Ну, надо же. А сзади надо же такой у меня темный. Я прям вот не представляю, как бы я была. Ну, сзади у меня темный, седины вообще нет, а вот впереди. Ну, обычно, да, впереди начинает. Ну, ладно, а то у меня уже термин. Встретимся с вами позже. Так, ну что, я оболванилась. Совсем, мне кажется, да, по-другому стало. Ну, конечно, да, и цвет волос, и стрижка. Ну, мне нравится, как в прошлый раз я точно так же и стриглась. Тут даже немножко еще покороче. Вот, смотрите, все вот это вот она мне состригла. Тут даже вот так вот, ну, бритвой, да, как по шее хорошо. А то у меня вот это вот, когда отрастает, вот тут он начинает у меня торчать. И поэтому вот я и сказала, если что, эта прическа называется, ну, пикси-боб, да, так скажем. Потому что боб, он есть и средней длины, и подлиннее, и короткий. Вот это вот самый короткий боб. Потому что дальше уже, если состригать вот это вот все, это уже будет пикси-прическа. А это такое вперемешку, пикси-боб. Ну, мне нравится. Естественно, я сейчас... попозже помою голову, то, что после парикмахерской тут все, волосы прям все чешется. Не знаю, теперь надо все стирать, потому что, ну, хоть этим роликом почистить, ну, все равно, мне кажется, бесполезно, надо стирать, ну, и мыться, естественно. А так мне нравится. Так легко сразу, обалдеть! Ну, немножко еще привыкнуть надо, укладывать, да, немножко так по-своему. Она мне побрызгала немножко лаком, потому что вот тут мои эти антенны. Ну, тот, кто делает милирование, знает, да, что немножко так волос со временем обламывается. Ну, я и так уже запустила, получается, раз в 3 месяца мне в этот раз получилось. Ну, не по моей вине. Ну, и слава богу, волос зато немножко отдохнул. Ну, теперь опять, я думаю, на 2,5 месяца, все, теперь спокойствие. Вот правда, нам, женщинам, да, парикмахерскую сходил, и все, потом спокойствие. Ну, конечно, кроме этого, есть много других проблем, но я сейчас... про волосы, если что. Я заехала в Альди, немножко подкупилась. Ну, сейчас разложу. Там кое-что тоже, что с собой взять, а что сыну оставить. Естественно, много вредностей таких. Ну, так как сын, например, после работы пришел, да, раз закинул в духовку что-то, и все, естественно, варить-то он там что-то, когда после рабочего дня не будет. Ну, все равно у него будет хоум-офис. Это на дому тоже несколько дней так работает, 2-3 дня в неделю. Главное, чтобы босик наш один не был, да? Сразу слушает. Короче, я уже говорила, помню, да, в том блоге, что я убрала вот эти зеленые, они мне тоже что-то не очень. А вот эти, не знаю, мне писали тоже много подписчиц, зал поставить, что-то в зале мне не очень, как я уже это и говорила, то, что там искусственный, в смысле, живой этот пальма стоит, и искусственный, что-то не знаю, не мое. Я поставила, потом пошла, вот, опять убрала, короче. Вот точно мне подписчицы писали, много таких есть, короче, носятся, как, тоже, как эти. Я и говорю, мне муж сразу говорит, может, сразу в мусорку, у многих, короче, так же. Так что много у меня подписчиц понимают. Я их, короче, взяла, вот так немножко загнула, а то, неправда, как палки торчали, сейчас поболее-менее стало. Но я говорю, это ненадолго. Как я и сказала, искусственные цветы – это не мое. Ну, пусть, ладно, постоят немножко. Так загнула, видите, как получше стало, то, правда, как палки торчали. Для кухни, да, я сразу, когда поставила сюда же первый день, я так и сказала, что для кухни надо живые цветы, не искусственные. Но они подходят хорошо к картине. Ну, пока нас не будет, пусть цветочки будут. Да, Васянечка? Замер. Пошли, мой зайчик, пойдем. А чё? Не хочет зайчик здороваться. Ой, я так есть хочу. Я сейчас хорошо, что я вчера сделала оливье. Как я обожаю, когда есть в холодильнике оливье. Сейчас как замочу.
Вот правда, вот люблю я оливье, вот именно когда вот знаешь, что в холодильнике оно стоит, ну правда, на второй день я могу поесть, а на третий уже не, но оно у нас никогда не задерживается на третий день. Вот я всегда делаю с расчетом так, чтобы на второй день тоже осталось. Мы вчера-то хорошо поели, я еще сыну на работу сегодня дала. И там чуть осталось еще как раз для меня, и все. Сейчас как наверну. Так что, если кто кушает, приятного аппетита. Ну, вот такая мини моя закупочка, потому что есть много чего еще в холодильнике, в морозилке, да. Ну, так, для него я уже вытащила с упаковки там в магазине, чтобы домой не тащить этот пакунг, ну, упаковку, да, картонную. Я всегда стараюсь вот пиццы или что-то такое, в основном стараюсь выкинуть, да, сразу там, потому что там есть мусорки для картона, для всего, и сразу выкидываю. Тут, короче, три пиццы с салями, сосиски. Тут конфетки тоже такие, потом варенье, тут печенье и такие конфетки тоже, как кринделя, да, маффинсы, такие булочку, если что, булочки, если что, чтобы в духовку поставить, это тостерные булочки тоже такие, молоко, это кофе и вот эти вот, как их, фильтра мы с собой возьмем, потому что не знаю, есть там кофе или нет, кофеварка точно есть. Ну и взяла помощь, картошку, как в духовке, да, ее можно. И в этой, кстати, у меня спрашивали, есть ли у меня это, как она, эко-гриль называется, или как, есть она у меня, только она у меня спрятанная в шкафу стоит, я ей вообще не пользуюсь. Короче, вот такую помощь взяла, и опять эти chicken wings, потому что, чтобы в морозилке они у него были, на всякий случай. Не знаю, что будет варить, не варить, мясо-то все есть там. Короче, такой мини-наборчик, все равно, если сам что-то нужно будет, естественно, он купит. А так она у меня здесь стоит, видите, вафельница тоже. Все, что я не использую, еще у меня в кладовке, я уже показывала, тоже стоит. Это такая грильница, это тефаль, которая, да. Ну, а это у меня тут стоит, я не пользуюсь. Сын мне ее подарил на день рождения, хотя я не хотела, это он хотел. Поэтому я и не пользуюсь. Не знаю, как-то с ней не сдружилась, фирма это какая-то Косори. Даже не знаю, на сколько она литров, может быть, пару раз мы там эту картошку жареную делали, потом что-то еще. Вообще надо, конечно, к ней приспособиться, но у нас духовка, в принципе, нормальная, это в ней тоже быстро, поэтому как-то... Я говорю, вот получишь квартиру, возьмешь квартиру, заберешь ее с собой, потому что мне она как-то не это. Ну, вот такая вот, просто у меня спрашивали. Стоит, короче. Ну что, у нас уборка полным ходом идет, и этот пылесос, и Дайсоном я убираюсь. Короче, мои цветы уже в мусорке, вот эти зеленые. Все, достоялись. Как говорится, надо немножко прибраться. Здесь у меня журнал положила, вот этот классный. Я люблю такие журналы всякие смотреть. Ну, какие-то идейки есть, даже рецепты какие-то тоже иногда. Бутербродики вон, все, что хочешь. О, как красиво, смотрите, какой бутербродик с лейкой. Косик гуляет на балконе. Я поставила цветок пока здесь на пол, потому что думаю, если он там будет висеть, все-таки когда ветер, да, обветривает и быстро высыхает земля. Поэтому пусть он у меня стоит на полу, когда уедем, если что, сыну скажу, чтобы поливал. Посмотрим, выживет, не выживет. Дай бог, выживет моя геранька. Там прям уже расцветает, уже так побольше. А босик наслаждается, да, надо белевушку убрать тоже, чтобы не пылилось. Так что уборочка у нас идет. Коля сейчас зашел после работы, такой, о! Я говорю, что, неожиданно? Ну да, сейчас, конечно, это сразу заметно. А то я иногда, знаете, просто так слегка корни так немножко, ой, корни, кончики подстригла и все. А тут прям резкий такой переход. Я говорю, ну так 3 месяца, недаром же терпела, чтобы раз оболванить и все. Че, босик? Опять уезжаем, да, бросаем тебя, бедного. Ну ничего, цветы надо все полить. Ну все, у меня только этот один цветочек-то. Ну и тут герань я тоже полила. Ну что, я опять в машине, немножко дома убралась, да, прибралась, немножко чемодан пособирала. Я не знаю, я говорила или нет. Короче, мы
собрались в Польшу ехать пока. Ну а дальше пока карты раскрывать не буду. Тайна. Ну хотя, я думаю, многие догадались. Я так думаю. Ну короче, мне надо опять в магазин. Потому что всегда перед отъездом, да то-то-то, все, как бы думаешь, вроде бы думала, все купила, но нет. Уже показывать не буду, да, то, что я купила. Как-то сколько можно уже эти сейчас в последнее время магазины. Но я думаю, все меня поймут, кто когда куда-то собирается. Главное, чтобы как бы чего не забыть. Поэтому надо сейчас. Кстати, мне сегодня пришел альбом. Я тоже заказывала опять фотоальбомы, да. Кто со мной давно уже знает, что я... У меня хобби, да, делать как альбомы. Я их не сама прям лично делаю, но заказываю на сайте Цевы, да. Я уже как-то показывала. В этот раз я не стала так рассортировать, знаете, как я сама обычно там в альбоме там делаю. Я взяла прям вот, если что, да, совет, кто-то хочет делать, на этот сайт заходите, Цевы, там можно, например, фотки, да, просто выбрал у себя, я всегда через телефон делаю, выбрал у себя там, да, галочки поставил, какие ты хочешь фотографии, он сам раскидывает их по альбому, да, как уже сам рассортировывает. В этот раз я так сделала, потому что как-то что-то не было времени. А если самому раскидывать, как говорится, так, как ты хочешь было, да, чтобы в этом альбоме, то это очень много времени занимает. Бывает 2-3 часа, поэтому думаешь, ну, ладно, пусть в этот раз так. Просто я там собрала. Фотографии у нас были вот в том году, как с отпуска с Майорки, и потом, когда мы в Чехию ездили, сейчас с Дании. И так немножко там какие-то семейные, с Нового года, я так все в один альбом сделала. А так обычно, когда я в отпуск, мы ездим, я делаю отдельный альбом. Ну, не стала я, потому что сейчас очень дорого обходятся эти альбомы, там до 60 евро. Но в этот раз я отделалась легким испугом. Недорого получилось, потому что он раскидал эти фотографии, знаете, там, как бы, например, на одной странице много мелких. Ну, я думаю, так, лишь бы, знаете, как бы, чтобы память была, как говорится, где мы были, чисто вот, знаете, для нас. А теперь можно с этого, с телефона все фотографии ликвидировать, а то вот так вот не люблю, когда забивается телефон на эти фотографии, эти жалко стирать тоже, да, все-таки фотографировал для чего-то, и поэтому я так сейчас думаю, сделаю альбом вот так вот за наш тот год, тут чуть-чуть, да, ну за этот еще, конечно, год не закончился, ну так немножко, ну короче, я приеду, покажу так курс, ну в смысле коротко, полностью не буду показывать, потому что не все хотят, чтобы их показывали, там и мои тоже братья, там туда-сюда, да, дети. Дети не хотят сниматься, мне как-то спрашивали, да, почему я детей не показываю, ну, если они не хотят, что я сделаю. Это у многих, кстати, блогеров, да, взрослые дети не хотят сниматься, ничего не сделаешь. А сейчас так что заеду, мне надо в магазин кое-что докупить, уже показывать не буду, потому что уже, правда, сколько можно. А, кстати, вот знаете, насчет детей. Был такой случай... Сейчас я запаркуюсь, парковку поставлю. Был такой случай, в новостях показывали, уже давненько. Немецкая семья какая-то тоже блогерством занимались, да? Ну и у них дети маленькие были, начали они вести канал, да? Потом дети подросли, двое детей, немецкая семья. Подросли у них дети, и потом сыну исполнилось 16 лет, и он подал на родителей в суд, потому что они его снимали маленького, да, но он как попросил их, чтобы они удалили эти все видео, да, пока он маленький был, а мама нет, не согласила или что, не помню, вот честное слово, не помню. Ну, короче, он подал на них в суд, то, что он, ну, не хочет, чтобы его маленького, да, там вот, ну, вот теперь он вырос и понял, что он не хочет сниматься. Ну и вот так что как-то, вы знаете, тоже поосторожнее, когда снимаете, вот, например, у кого маленькие дети, оказывается, вот такое может быть. Ну вообще здесь, правда, в Германии, в Америке, да, мне кажется, это в любой стране может такое произойти, что ребенок может что-нибудь... Ну, наши не хотят, я и не настаиваю как-то, я захотела блогером стать, а не кто-то, да, из моих как-то. Так что как-то так. Ладно, встретимся с вами еще. Ну что, к прическе я уже привыкла. Ой, надо очки, ну, тоже с собой. Хотя там погода, блин, тоже я посмотрела, в Польше не очень. Я не знаю, может быть, Коля, он там к своему дяде заедет, у него живет в Варшаве. Варшаву. Сказала, не сказала. А то я уже со всеми так разговариваю и не помню, кому что говорила. Ой, ну, легко, да, мне стало, короче, все, теперь спокойно я.
Ой, сейчас стало в машине тепло. Не поймешь, как одеваться. Вот сейчас еду, смотрю, люди, кто в шапках, куртке, кто-то в футболке, в шортах. Но я одела ни туда, ни сюда жилетку. Ладно, я как была вот так вот в трико сером, одела просто толстовку вот так вот и поехала. Потому что надо по-быстренькому еще там дособирать, потому что мы рано утром завтра поедем. Я немножко так пару вложиков сделала наперед, потому что не знаю, как там с интернетом. Позаботилась о вас, тот, кто вдруг меня будет ждать, да, вот так вот утром, а нет у меня, потому что тоже я знаю, когда вот некоторых блогеров смотришь, да, привыкаешь, что в одно время выходит видео и нету, и вот как будто бы вот день не задался, ну, по крайней мере у меня так, да. Ну все, ладно, пойду еще увидимся, когда приеду домой. Ну что, пришла я домой, думаю, покажу, пока не забыла, а то что-то совсем уже забыла, начала уже там готовиться, сумочки там какие что брать, короче, забыла. Сейчас быстренько пробегусь, покажу. Вот так вот называется сайт, да, если что, вдруг кто-то хочет, ну, альбом такой сделать, да, вот можно вот альбом такой сделать, толщину вы сами уже там смотрите, да, сколько у вас фоток. У меня в этот раз, как говорится, я отделалась так, не так дорого, по-моему, в 39 евро он у меня обошелся, этот альбом. А так бывало, что до 60 доходило, ну, смотря сколько фотографий. Здесь можно делать все, что хочешь, так же, как, в принципе, мне кажется, во всех этих, и альбомы, и вон всякие пеналы для карандашей, и пуцли, и всякие вот кружки там для ключей, эти брелки, все, что хочешь, да. Я так немножко покажу, потому что весь не буду, как я и говорила, у меня там тоже семейные все это фотографии. Это с отпуска, вот такие вот сочные, красивые фотографии. Всегда выбираю бумагу не глянцевую, а матовую. Глянцевая она как-то быстро, знаете, от пальцев такие остаются, короче. Я всегда матовую, она тоже блестит. Хорошая такая. Сочные, классные такие фотографии. Ну, это, конечно, еще зависит от фотоаппарата, да, или от телефона. Все это, какие у вас фотки получаются. Ну, на память хоть немножко осталось. Потому что если с телефона вот так вот, все равно иногда я стираю. Я такая, я не могу, чтобы у меня, блин, забито все было в телефоне. Поэтому я освободила. И теперь вот так вот иногда буду сидеть и наслаждаться вот такими фотографиями. Ну, это вы уже все видели последние, да. Такие хорошие фотки получились. Тут еще вон зимние с того года. Ну, тут мы не влезли с подружкой. Это мы на этом, на рождественской ярмарке. Так, там не буду показывать. Тут даже, вот смотрите, наша новогодняя елочка вот тут вот тоже так крупным планом. Красиво. Вот, Вайнахтен, Рождество, 23. Я тоже это сама подписала, можно, ну, в смысле, там, да, можно делать любым цветом, любым шрифтом. Здесь вот тоже, это в Чехии уже. Ну, вот так вот, по чуть-чуть фоток. Ну, а здесь я даже с бутылкой. Ну, это как мы с подружкой гуляли, по-моему. Где это было? В Штатах, да. На море. Ну, так, какие фотки были, да, так за пару лет немножко так. Ну, все. Так. Если что, вдруг кто-то хочет сделать, даже кому-то как в подарок, очень классное. Подарок, между прочим. Я уже многим такое делала. Советую. Вот так называется сайт. Ну, а на ужин я сварила, типа... На типа картошка по-французски. Внизу мясо куриное с луком, так и с оливковым маслом немножко перемешала. Картошка с сыром и со сметаной перемешала. Ну и тоже с луком. Ну, вот такое вот блюдо получилось. Ну, частенько такое раньше делала, но уже давно не делала. Вот решила сделать. Всем, кто кушает, желаю приятного аппетита. Сейчас положу в тарелку, еще покажу. Я взяла в таком противне жестяном, потому что на нем все равно вкуснее, или металлический, как он называется. Потом, конечно, его мыть подольше, но зато вкусно. Ну, вот такая зажаристая картошка, мясо внизу. Потому что если стеклянное или вот это, которое керамическое, оно какое-то водянистое получается. А так он вкуснота поджаристая. Петрушка тут еще сказала, нет, сухая. Ну, и вот такой вот вкусный ужин. Еще соленые огурчики достану. Красота.
Так, ну что, буду заканчивать уже свое видео, буду дальше собираться. Увидимся с вами уже в другой стране. Всем всего хорошего и всем спасибо. Всем пока.